Концерт Балис Дварионоса я знаю с детства. Я рос в Риге, и концерты играли очень-очень много. И как-то так получилось, что концерт прошел у меня в качестве репертуара. Но я всегда был с ним знаком, и мне ужасно нравилась музыка. И много лет спустя, записывая мой очередной диск на компанию «Бис», одним из моих самых любимых дирижеров, Дэйми Ярви, мы стали обсуждать программу предстоящей записи и решили, что концертом, который мы запишем в следующем, будет именно Дварионас. И вот так два года назад я наконец-то сам лично познакомился с концертом, влюбился. И вот сегодня первый раз выиграл на сцене в Лондоне. И я надеюсь, что буду играть на концерт в будущем очень много. Концерт совершенно изумительный. Совершенно фантастическая мелодичная линия, которая дает скрипке возможность петь совершенно невероятно. Я давно не помню, когда мой инструмент получал такое удовольствие от музыки. И конечно, написан концерт совершенно потрясающе. И для скрипки, и для оркестра очень удобно. И я смотрел на лица музыкантов на репетициях. Было очень интересно, они узнавали этот концерт в первый раз, на первой репетиции, и весь оркестр улыбался во время репетиции, было невероятно трогательно. То же самое происходило два года назад, когда я записывал этот концерт, резидентный оркестр в Гаге, точно так же реагировал. Люди с невероятным удовольствием играют эту музыку, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы музыка это звучала как можно лучше.